Так, еще раз доброго времени суток, дорогие друзья. Мы перезапустили трансляцию уже нормально с задержечкой. С вами стример SLTS Лордарчик и... Да, и Zetrio. У нас команда Эфис против команды Ancient Ghost. У Эфис есть Shadow Demon, Профетка, Леорик, Нюкс. Еще кто-то сейчас будет? Ну, у ребят еще есть там 30 секунд времени. А у команды Ancient Ghost у ребят Razor, Furion, Wisp и Tini. Да, есть уже некоторые такие намеки на пуш, потому что три пушера лютых. Да, а? Кстати, вот ты говорил то, что будет Тини, вот действительно зашел. Да, потому что Фурион, Висп, Тини — это такая древняя связка, которую обузили еще пару лет назад. Ну, не пару лет, ну год назад после International. Ну, там не Тини, там пока был. Ну, просто шли, там Висп прилетает, Фурион прилетает, и минус две стороны. Привет, подрались, называется, где-то там. Вдвоем люди остались, даже свидели, а эта троица сработала как надо. Появляется Спектра, кстати, которая будет ловить спам. Ой, это Спектра, это просто лейт-герой какой-то. Да и в Рейд Кинг тоже, наверное, выформит свое. Все-таки он у нас идет тут в роли суппорта. Не, да, он суппорт тут будет, Нюкс оффлейн, скорее всего, то есть более-менее стандартные лейны. Хотя Спектру могут отправить соло легкую и пойдет трипла в харду. Ну там два милишника, не слабоваста будут против Тениса, и с помощью еще плюс один. Поэтому нужно тут это продумать. Да и Нюкс там будет тоже слабоват, так скажем. Он получит какой-нибудь эваленж в лицо, и все, и склеится там. Еще какой-нибудь пройдет Нюк в лицо. Да, это точно. С этим с тобой согласен. Да, минута остается команды АГ. Нужно им... забрать, как я сказал, саппорта рейнджового, саппорта, чтобы можно было харасить Нюкса. Не знаю, например, тот же Лишрак, который на пуш очень хорош, просто спушить ранние таура... О, Варлока взяли. Варлок. Интересно. Да, тоже рейнджовый саппорт, который харасит вражеского флейнера. И, в принципе, они взяли то, что нужно. Ну, хитро то, что он все-таки еще может наложить на виспа хил, и тут будет еще и Тиника отхиливать. Да, то есть команды реально подготовились. Да, не так у них все просто получилось, что у них даже такие лютые связки. А это, убери, на стриме у тебя там висит худ. А, вот ты убрал, все нормально, с задержкой 2 минуты назад. Да-да-да. Ну ладно, более-менее вроде. Ну и остался висп, который не пикнул. Доберут. А, доберут этого виспа и наконец-то начнем. Да, вот начали. Так, ну я у себя в окошечке поставлю пока режим крипстата, так сказать. Ну, крипстат — это самое важное в начале игры. Ну, даже да, минут так на 10. А потом уже можно на творсики глядеть. На какую команду по пикам ставишь? Я ставлю на команду АГ. У них очень продуманный и хороший пик. А команде ФИС, если им запрет, то тогда да. Если им не запрет, то нет. Потому что у них такой пик, что если запрет, то вот они выигрывают. Потому что чуть-чуть не те движения, и там, не знаю, пару раз спектра умрет, не выформит какие-то ранние артефакты. Саппорты сделать какие-нибудь кривые ганки, и игра проиграна. А у команды АГ всегда есть варианты в виде аутов. И Тини просто идет, если что, фармит лес. Варлок остается на линии. Висп с Тиником. Ну, Разор, Фурион, они там где-то своим делом занимаются грязным. Грязным делом, да, это и есть такое. Но вот ребятам из команды АГ будет... Ну, по крайней мере, ганги уже никак не устроить. То есть цеплять нечем. Да, там у них саппорты будут, скорее всего, очень пассивные. Может быть, даже какие-то дуал-лейны будут тупо. Ну да, по ну может... По крайней мере, если висп вот у 6-й выформи, там уже с фурой и тиником залетать будут точно. Но это только с 6-м. Ну да. Но не обязательно даже 6-й, они могут просто все вместе собраться и пойти в пятером драться. У них очень хороший потенциал, потому что варлок должен тупо стоять на отводах АФК и фармить себе голема. Ну а тени с виспом, они так вместе... на самообеспечении, так скажем. А тут встали втроем на базе,
не знаю, куда они соберутся пойти. Они могут спокойно в харду пойти, потому что там, в принципе, есть кому напинать. Да, все-таки Леорик вместе с Шедуяном будут саппортами, значит, ну, все у наверное, нас получилось на изи как хотели. Пойдут, только они что-то долго как-то... Или как? Долго думали, видимо. Да. Но Нюкс сейчас, он разбежится, поставит... Не, у него даже варда нету. Он пошел, наверное, руну чекать. Это не лучшая идея на Нюксе. Или что он? Пошел руну чекать. Да, все правильно. Или почекает, что не убивает Рошана. Да, это, кстати, правильно. Тут есть Фурёнчик, в общем-то. Ну, и да, хил есть. Да. Да. В общем-то, спокойно могут забрать Рошана на первом левле. Но не стали заниматься таким грязным делом. Так, Виз, он готов сейчас улететь. Хотя тут два стана есть. Так, он спалил, наверное, тут вард. Должен был. Да, вот этот вард уже точно спалили, который поставил варлок тут. Да, но он так подошел, у него один единственный, в принципе, вард был. Фуру у нас, кстати, инвиз взял. Некоторое время еще экспу поворует, а Нюкс у нас баунти забрал. Нюксу тоже, в принципе, то же самое, что баунти, что инвиз. Та же, ну, маленькая доля экспы, потому что инвиз сейчас уже кончится. Ну, а баунти, она как бы сразу, как ты берешь, так она и появляется. А и варлок пошел бить лицо Нюксу, все. Хотя они что-то тут сейчас похарасят друг друга. Да, ну там ни карапаси, ничем, только если обычным станом. Да, кстати, странно, что первый левел Нюкс прокачал что-то сразу. Ему нужно было, по идее, если он что-то прокачивает, это только карапаси. Потому что да, стан ему никак не поможет, если его поймают. Вот тоже, там ребята могли просто пойти на низ и принять этого Никса. Ну, они, скорее всего, так и думают, что он карапаси прокачал, но не видел ситуации, когда их нажать. Поэтому не агрессирует слишком жестко. Ну, сейчас второй левел получит, и все будет как нужно. Да, еще лишают этого Нюкса экспы за счет Денаев. Теперь снова вернулось это задростское время, когда Денай отнимал экспу. Это теперь, да. Да, теперь нужно очень качественно кэссить, даже если ты тупо стоишь как кэрри. И можешь добивать только крипов противника. Ну вот Нюкс уже как раз карапаси вкачал себе, уже появляется какой-то шанс маленькой выживаемости. А на топе Фуриану вообще пофиг, он идет, кэсится с пиктовой. У него крипов тут чуть ли не больше, чем у спектры. Ну, примерно тут у них два раза все обгоняет. Ну, неплохо так фармит. Да, получает свой определенный, ну, преимущество над флейнером противника. Опа. Опа-на, мид. Да. Мид пропустили чуть-чуть, но прозор тут, конечно, сильнее в начале. Профетка его сможет убивать только на левле седьмом. Потому что у нее, ну, маленький нюк еще левел. Опа, Разор пошел дальше и бить лицо. Прилетело, уже нету лица. А Разор сейчас просто улетит или заберет ботл с курицы, да? И все ну, у него будет хорошо. Он так довольно-таки неплохо. То есть не через ботл, как обычно, а вот купил ботинок, высосал 112 дамаги и все, пошел уже бить лицо. Да, потому что профетка, она слабая вначале. Ей нужно было покупать тапок против Разора. Потому что кто бы к ней не пришел... Ей бы все равно было плохо, чтобы к ней Тинивиз пришли, что сейчас Разор пришел, она в любом случае умерла. Потому что тапка нету. И ауры тоже, ну, пассивочки нету. Сайленс вообще качнуло, интересно. Ну, я смотрю, на низу сейчас у нас маленькая драка и. Да. Да-да, для варлока. Пошел он бить лицо Нюксу. А Нюксу ему ничего не сделает, если тут никто не подойдет. Идет сюда. А хотя. Нюкс тут может убить, кстати. Да, Нюкс убивает кликом Варлока. Нормально. Получил себе тапочек. Пришел сюда Тини сбить фласку. Сбивает фласочку. Подняли тут Тини на карапасе. Кинуть? Нет, тут. И сразу же карапаси. Практически ноль дамаги внес. От Тоса. Да, Тос тут пока очень маленького левла. Нужно еще Тини, конечно, тут тупо стоять в АФК. Потому что пока у него не будет барабанов, он вообще никак не может драться. Потому что в другой ситуации его будут убивать. У него ни армора, ни никаких статов, нету ничего. И по тауру он даже кайсить не может. Я так вот думаю, вроде Тини как и герой силач, а брони у него ноль. Ну, это компенсируется его дамагом с руки, так скажем. Ну, окей, согласен. Опа, профеточку опять
подбревают, разор 150 дамаги получит. Прилетел за спину. Да, и фура тут как тут. Сейчас еще может таур подпушить. Или лес пойти пофармить. Скорее тут лес пойти пофармить, потому что тут линия не отпушена. Никак фура сюда не подойдет. Саппорты, кстати, странно, что у команды Фис никуда не выходят. Они этого разора уже два раза могли убить. Да, на вообще, на самом деле, они могли и загангать. Ну, как-то они под вышкой стоят, даже экспу не получают. Отвод, по-моему, даже еще не делали. Ну, отводы, похоже, сейчас будет делать Леорик. Или не будет. Он пошел стопить крипов? Или что он делает? Да, сейчас будет делать отвод, но уже не успеет. Нужно было сначала отвод, потом уже курьеру. Но профеточка получает себе в миду наконец-то тапок. Это даже не что-то такое крутое, но все же. Ну, хотя бы что. Профетки даже это уже радостно. Да, у разора тут конечно... уже ПТ. Да. И плазма уже на троечку вкачана. Интересно, что у разоры и ульту пока не качают. Качает все, чтоб прям нагнетать профетку. Да это как профетка, но я и не думаю, что будет качать ульту, потому что, ну, я тут не сдалась, так скажем. Потому что спушить тут никак не получится, плюс пассивочка только на однерку. Да, вот с пассивкой, конечно. А с пассивкой там удаляются духи, уменьшается кулдаун нюков, и пушить намного легче становится. Поэтому пассивка очень важна при таком действии. Так, летит сюда. Леорик. Да, Леорик прилетел, еще залил фласочку, ну и пошел. Пошел куда-то сзади, что ли, заходить? Не, он в лесах стал АФК. Что-то вроде охраняет. Ну да, он же с щитком таким вот артефактиком. Там даже стрела непонятно от кого. Ну а разор тупо стоит и кэсит. У разора тут все реально очень хорошо идет. Так, что он там собирает? Первый по крипстату. Собирает меку. Меку. Угу, стандарт такой. Стандартный стандарт. Ничего ему и не нужно. Можно было медасик купить, но он посчитал, что не буду драться. Так, нюкса тут убили. Ну, тени с виспом за таур зашли. Да. Ну да, висп все же ботл приобрел. Почему бы и не зайти под таким отхилом? Да, тут реально можно тупо идти и бить. А, ну вот, смотри, прилетает фура. Они будут пушить. Да, все вместе пушить, хотя можно и даже без тени с виспом. Не знаю, они куда-то бегают, руны чекают. Ну да, тут тени отхиливают пока. Ага, сейчас будет мусор. Поймали разора. Да он куда-то, мягко говоря, не туда зашел против троих. Да, это точно. Какой-то он лютый. Какой-то слишком агрессивный. Но он понимает, что он сильнее, но троих героев сложно быть сильнее на 7-й минуте. На, сейчас таур упадет. Глиф. А, глиф. Глиф уже. Нажали прожали, уже. Да. Да. Глиф нажали, хорошо. Нюкс пошел, денайть. Опа. Задал таур. Ну и, похоже, Нюкс тут будет минусоваться. Станчик хороший откинул по двоим мена Бёрн. Ну и Тини. А, Тини, похоже, прокидался тут. Далее еще дизрапшн. Но все равно фура добил тычечкой так сладенько. Да, еще тут профетка, по-моему, подстрянет сейчас. Да, я тут Тини добьет. Да, он даже добивает. Сейчас еще должен добить он. Трипл, серьезно? Сейчас будет рэмпейдж мутить, Фурёнчик. Нет, тут Тини на стиле, ладно. Молодец, Фурён, он получает себе 3000 голды. По-моему, даже ничего не сделал. Он просто автоатакой бил и сделал трипл килл. Да, это часто такое, кстати, происходит в последнее время. Потому что команда за тебя все делает, ты нажимаешь райт-клик, и все, и изи-каточка зашла. Фура-то мидас появился. Да, он решает уйти в такой более-менее билд адекватный. 5000 преимущества за командой АГ. Ну и потихоньку, как вот мы ожидали, у них пик очень качественный. Они выходят в определенное преимущество и... У них все хорошо. Забрали опять Никса. Да, очередной раз подставляется. Еще Леорик тут подстрял от разорчика, влетает сюда вис вместе с Тини. А, без Тини даже. Ну и тут вис пятами убьет. Связка. Да, раз связка разорвалась, это нехорошо. Сейчас висп уже вернется. Да, убивает очередной раз шадоу демона. Мне иногда кажется, что команда Физ как-то фидит немного. Да, они ходят и фидят, они просто не понимают, что с этими героями делать. Ты должен идти и стоять, не знаю, ФК за тауром, ждать каких-то крипов. Потому что других вариантов у команды Физ тут нету.
По-другому они просто будут идти и вот умирать, как сейчас, и как все время, что они делали до этого. Так что им нужно быть очень тут внимательными. У них очень жадный пик, кстати, у них вот, считай, все, кому нужен фарм. Так, профетка тут нажала ульту, гонит она профета и всех остальных. Ребята так сейчас отойдут, подождут, пока закончится, собственно, экзорцизм, и потом, наверное, зайдут обратно на Т2, там уже полтавра нет. Да, у профетки 10-я минута, 6-й левел, ну, а-ля какой-нибудь саппорт терпила, поэтому нельзя сказать, что у нее тут хоть что-то как-то складывается. Никс тут тоже 6-й левел получил, бегает в инвизе, но арканов тут пока ему не видеть. Мало денег получает. Хотя фраг есть. Единственное, у него два фрага, которые он как-то получил хитрым образом. Когда он успел... А, это, наверное, когда Разора они там пытались как-то цеплять. И еще когда-то. Еще когда убили. Сейчас прокликаю всех. А, Ворлока он убил тогда же. А, да-да-да-да-да. Все. Тогда они один на один там дрались. Ворлок не рассчитал свои силы против Никса. Ай, да, если бы он чутка раньше хил на себя дал, может быть, там бы и попробовал. Смотрю, вот Тинни тосом подкидывает. Ой, весь подъехал у нас. Да, Тинни тут должен получить очередной фраг и убежит. Да, у него там стики еще 10 зарядов. И барабанщики. Опа, ультимейт от спектры. Тинни сейчас ее разберет. Не-не-не. Не успел. Не успел тут как-то раскастоваться, чтобы ему еще получилось дать еще тычку лишнюю, а так? Ну так он все хорошо сделал. Варлока, конечно, кстати, шестой левел появился. Это очень хорошо, можно кинуть голема, например, сейчас. Ну даже сейчас не так важно, но можно кинуть голема на Т3. Я вот сейчас так, включил... ТП? Да. От феночки? Я сейчас вот включил, значит, левелы у кого какой на карте, и смотрю, что суппорт уже у команды IG имеют там шестой, седьмой левел. А Леорик тот же с Лешем, ой, с этим, с демоном, имеет только четвертые левела. Да, у них все тут вообще очень плохо. Конечно, бывало и хуже. Профетка тут умерла от голема. Ой, вышку забрали, и Тинник еще на топе забрал. Да, тут все реально в одну сторону идет. И минус Shadow Demon. Ну и что, очередной Tower? И, по-моему, очередная игра для команды АГ, потому что тут, по-моему, вариантов никаких нету. 14-4, у них киллов больше, чем еще минут в игре. Да. Мы глянем графики детально, у нас тут где-то 13 тысяч по голде и по XP, ну там плюс-минус 10 тысяч сейчас будет уже после какого-нибудь замеса правильного. Да, по XP, кстати, просаживается АГ из-за того, что там спектра фармила топ, у нее есть 9-й левел. Ну а Разор пошел бить этой спектрой лицо. Разор вообще ничего не боится. Да, он на хосте, он тут в любом случае убежит. И нужно тычку дать, дает тычку. Спрятал его Shadow Demon. Сейчас может пострять Shadow Demon, да. Ой, курица. Курьер. Пытается. Курьер летает тут. Курьер превратился. Другого. О, почти трипл килл, кстати, был у Разора. Профетка сняла буйство с Разора. Да, было не очень бы хорошо, если даже профетка не смогла бы его остановить, но у нее получилось. Я вот сейчас смотрю на спектру и смотрю, что у нее есть секрет релик. То есть пытается то как-то сделать себе радианс. То есть спектра на самом деле не очень. Ну, если ты, извини меня, проигрываешь, Сала, то нафига тебе этот радик, он тебе ничего не даст. Ну купи ты статы, купи ПТ, не знаю, барабаны, собери любой себе тут, вангард. В принципе, артефакт был бы полезнее, чем этот. У него да. 800 хп, там, Разор, 3000 даст и все. У нее даже тут... ботинка нет, как она уйдет от того же Разора? Ну вот, она так и пыталась уйти, просто убежав, но Разор тупо ее райт-кликом загасил. Я говорю, спектра она какая-то не очень правильная, потому что ты, если проигрываешь, то ты всегда пакуешь статы. Если ты выигрываешь, то ты можешь паковать артефакты на ДПС и подобные вещи. Или фарм. А если ты проигрываешь, то всегда статы. Это самое очевидное правило в доте. В общем-то, все его должны знать. Профетка вообще себе Blade Mail покупает. У нее все нормально. Ты уже сейчас превратится в Фуриона, который... обычно собирает вот этот, кстати, вард, который тут находится, ну, все палит, и вот вместе с этим
просто огромную инфу дает. Да, просто огромную вот, инфу дает команде АГ. Просто мигают на этого Никса. Говорят, что он тут рядом стоит. О! Подкопал Никс разорчика. Да, тут уже Фурион тупо с рейд-кликой догона раздает. Ну и ГГ можно писать команде физ. 20 на 5. 15 минуты игры. Тут уже Т2 падает. Все, уже остались Т3 с бараками. 15 минуте. Нормально идет игра. Сейчас бараки упадут на 15 минуте, да, уже можно будет согласиться с поражением. Догончик приобрелся, ну так, чтобы побыстрее убивать. Да, Фурион тут загон уже нормально вырезает. Сейчас может купить себе Зареал. Не знаю, зачем он Тини закрыл. Просто так. Думал, что у него пинки, на самом деле, а не КД. Профеточка кидает потихоньку свои свормы. Пошел голем. Отличный. И раскастовала ультимейт профетка. Также тут поймали Леорика, спрятали его во время доса. Некоторое время, да. Леорик отъезжает. Да, в итоге двое умирают, один который хотел подсейвить. Смотри на фуру, просто стоит, бьет тычку и забирает. Ну нет, все-таки разрушает. Да. И на фул хп все это время. Нормально идет игра. Минус первая сторона. Спектра пришла. У нас тут варлок. О, Спектра догадалась, что ей нужно. Купила тапок. Нормально. Нюк сливает. В общем-то, понятно, всё, что у него уже немножко так пригорает от такой игры. Ну и пишут ГГ команды физ. Ну, они тут понимают, что драться уже тут нету причины. Да, тут уже тут игра шла все время в одну сторону. Быстрая каточка оказалась. Да, быстрая игра прошла. В общем-то, хорошо, что у нас нет тут терпильных игр по 160 минут. Это да, с этим я точно согласен, мы тут уже устали говорить. Да, тут даже интереснее, если честно, смотреть за такой игрой. Ну, в общем-то, мы пока прощаемся, не знаю, ты там включаешь, не включаешь музыку? Ну, нет, я музыку не включаю, я обычно отключаю и как бы... Ну, стрим отключаешь, да, да, и все. Да, и, в общем-то, все проблемы заканчиваются. Вот, ну что, с вами был SLTS Лордарчик и... Да, вместе с Zetri у нас небольшой перерыв, мы с вами встретимся буквально минут через 20. И не уходите никуда, сейчас вернемся. Да, минут 20 это точно.